Вызывали? Вот ты черт. Понимаете, и днем, и ночью капает и капает. Да, тут работы много. Завтра. Что вы? Зачем завтра? Сделайте, ради бога, сегодня. Нет, тут и систему перекрывать надо. Завтра. Боже мой, муж, я вас умоляю, прячьтесь. Ради всего святого, прячьтесь. Зачем? Это страшный человек. Если он найдет в доме мужчину, он способен на все. Я вас умоляю, прячьтесь, а то будет поздно. Маша, открой! Открой, Маша! Маша! Почему не открывала? Где он? Признавайся! Этот бабник, этот развратник! Милый, здесь нет никого. Молчи, я все равно убью его! Нет, нет. Гражданин, вы не поняли. Это не я. Я не любовник. Слесарь я. Честное слово, слесарь. Вот и спецовочка, видите? Прикидывайся. Ну-ка, как доказать? Видите, у вас кран течет, течет, да? Вы слесали, вызывали. Вот я и пришел. Вот я сейчас. Вот смотрите. Раз. Два. Три. Вот и все дела. Вон отсюда! Слава Богу, жив остался. Вот видишь, дорогая, а так бы он нам еще месяц голову морочил. Вызывай электрика.